Когда текстильщик чуть ли не в чужой штрафной площади. Мяч встречает Алексей Макушкин. Момент, какой удар, и 1-1. Вот это да! Вот это да! Вот она передача Ильи Шведюка, и вот он гол. И просто, опять-таки, из ничего практически момент этот приходит, и текстильщик забивает. Я говорил, что команда текстильщик, которая любит забивать, не стесняется это делать. И 1-1. 1-1. Ну, по большому счету, текстильщик на гол наиграл. Ошибся там Иван Рогач, судя по всему. Макушкин. Передача его на Шведюка. Ну и там Гоча Гагричани завершает. Начатое его партнерами.